у нас фестиваль опять живет. Вначале говорил, что, как ни странно, долгоживущий оказался. Вот, ну, может быть, мы искусственно поддержим эту жизнь, но мне кажется, что нет. Там есть шнурочек зеленый вот такой, надо помогите Лене, она, наверное, не знает. Вот. Лена у нас играла очень давно на фестивале. 2000 год. Вот, 2000 год. И, честно говоря, я уже забыл, как это все было. Хотя есть запись, на самом деле, то есть там, но это еще на кассетах. Вот. То есть сейчас у нас будет такое маленькое сотворчество, знакомство с творчеством Лены Домоёновой, с тем, что она сейчас делает, живет она сейчас, где Лена живет? В деревне Александровка, Павловского района, Воронежской области. Вот, вот. Так что тоже я часто не наездишься. Прошу прощения за то, что я не компьютерный пользователь, не владею информацией, что зеркала была. Но я вот нашлась, пока здесь слушала, вот такая мысль пришла. Раньше я думала, что любой компьютер — это как бы воплощенное материальное воплощение идеи об голове профессора Доля. Вот. А теперь я вернулась наоборот. Если каждый компьютер взять как осколочек глобального зеркала, вот того, что гоблины тащили, помните, в «Снежной королеве»? Вот к чему все это приведет, не знаю. Ну, вот так, такая ассоциация вышла вот за этот...